который я писал очень долго. Я сочинил эту музыку в Москве, когда приехал в Париж. Сейчас с нее долбал, так ничего не получалось. Потом как-то все легко пришло. Энтузиазм, гнавшим нас за коньяком гастроном. Я распитил его в проходном переулке, но однажды, случайно, оставшись один, я не вспомнил себя у дверей магазина. Я никогда не встречал там себя. И тогда время вдруг изменило свой ход. Но всегда распрощавшись с моими часами, я писал о любви день и ночь напролет, наблюдая за ней слепыми глазами. Но, возможно, ее я увидеть не смог, как увидел Мане, Ренуар и Ван Гог. Если б не тень от раздавленных стен, как хотелось бы мне побольше узнать о другом непонятном, волнующем мире. Мой мудрый папаша сказал, надо ждать, чтоб стало ясней. Дважды два лишь четыре, но мне было 15. Я ждать не хотел, и однажды, как помнил, куда-то летел. А был бы сюрприз, коль не вышло бы спастись. Теперь мне смешно даже думать о нем, о том, ведь жизнь тогда была лишь подобием театра. Но даже тот родной гастроном находится здесь, среди улиц Монмартра, как в Кузьминках старушки по вечерам наблюдают за плавным развитием драм. Но мне на что, я далеко, я вряд ли вернусь в другие края, которые даже не считая родными, я всегда на пузыре не хватало рубля. Милиция зла, дважды два лишь четыре, приходи ко мне в гости.